Здравствуйте! В эфире рубрика «Ровным счетом» и я ее ведущая Дарья Клещевникова. Тема сегодняшнего выпуска – современные банковские технологии, позволяющие клиентам получать кредитно-финансовые услуги максимально быстро и в комфортных условиях. Стоит отметить, что Йошкар-Ола уже давно охвачена офисами банков, предлагающих комплексное обслуживание жителям республики Мариэл. Но в районах республики наблюдалась иная ситуация. Тем не менее, в течение последних 2-3 лет положение стало исправляться, и жители большинства райцентров региона уже имеют возможность пользоваться банковскими услугами и технологиями наравне с йошкар-олинцами. Подробности в материале, который подготовила наша съемочная группа. Банковское обслуживание на новом качественном уровне для жителей Звенигово. В третьем по величине городе Республики Мариэл на днях состоялось торжественное открытие переформатированного офиса Сбербанка России. Новый офис в центре Звенигово на улице Ленина, дом 9, предлагает клиентам банка комфортный и быстрый доступ к любым финансовым операциям. От пополнения счета мобильного телефона в зоне самообслуживания до оформления кредитов. Электронная очередь, доступ к интернет-банку, уютные места ожидания и доброжелательность. Желательная атмосфера. Здесь все направлено на максимальное удобство для клиента. Я сейчас горд за жителей города Звенигово и жителей Звениговского района, поскольку, наконец, Сбербанк может предоставить полный объем сервисов на надлежащем уровне качества. Хочу отметить, что сегодня мы открыли новый офис в новом формате. Мы очень благодарны администрации города, администрации района, нашим партнерам, подрядчикам, участвующим в этом проекте. Мы реализовали его в сжатые, в кратчайшие сроки, и уже сейчас в этом офисе есть ряд инноваций, технологических решений, которые на самом деле пока еще и недоступны в офисах и в городе Йошкар-Олы, и города Волжска. Новый офис оборудован по последнему слову техники. Здесь действует электронная очередь, созданы отдельные кабинеты для работы с клиентами по разным видам услуг. И даже детям есть чем заняться, пока родители решают финансовые вопросы. Подобный уровень обслуживания становится стандартом для всех клиентов Сбербанка в Мариэл, вне зависимости от того, где они проживают – в столице региона или в райцентрах. Подобные офисы уже работают в Козьмодемьянске и Волжске. Давно привычными они стали для жителей Йошкар-Олы. И работа банка по переформатированию филиальной сети будет продолжена. В 2014 году мы планируем открыть еще несколько офисов. Мы уверены, что движение по улучшению качества сервисов коснется и Звениговского района, и города Звенигово также в ближайшее время. Хочу отметить, что одним из направлений сейчас для нас улучшение качества обслуживания состоит не только в том, чтобы улучшить качество офисов, но и улучшить качество дистанционных сервисов. В частности, мы широкомасштабно внедряем программу по автоматической оплате услуг ЖКХ, так называемый автоплатеж ЖКХ, когда клиент получает информацию в автоматическом режиме об объеме потребленных услуг ЖКХ и производит оплату, не теряя совершенно времени. Стоит отметить, что и в Йошкар-Оле в конце мая появился еще один офис Сбербанка в новом формате. Своих клиентов банк ждет по адресу улица Комсомольская, 118. Здесь доступны все самые востребованные банковские услуги и, конечно же, круглосуточная зона самообслуживания 24/7. Отмечу, что открытие современных банковских офисов, предлагающих обслуживание не только физических, но и юридических лиц, оказывает положительное влияние и на экономику, и на социальную сферу, задавая столичные темпы развития даже в самых отдаленных районах Мариэл. На сегодня это все. С вами была Дарья Клещевникова. До встречи через неделю. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.
слушайте во всех приемниках города. Blitz FM.